Всем приветик! Приветик-фиолетик! Вот такое красивое блюдо, жаркое в тыкве, я буду сегодня готовить. Вкусное, сочное, красивое и низкокалорийное. Я приготовила тыкву, помыла ее. Так, переверну, так она будет устойчивой. Вычистила ее от семечек. С помощью ножа и ложки я аккуратненько достаю внутренний слой тыквы. Она спелая, поэтому это сделать несложно. Форма готова. На сковородочку пшикаю масло. Отправляю 300 граммов мяса. У меня вырезка, нарезанная кусочками. Можно добавить куриное филе, любое мясо. Прожарилось слегка. Добавляю соль, перчик и любимые специи. У меня карри и сухой чеснок. Слегка помешаю и прожарю. В сковородку отправляю 100 граммов лука. Слегка тоже прожарю. Сюда же 100 граммов шампиньонов, грибов. Как только грибы пустили сок, отправляю в сковородочку 300 граммов мякоти тыквы. Хорошенечко притушу. Можно добавить в сковородочку несколько ложек томатного сока или нарезанных помидорок. Заправка готова. Наше мясо с овощами отправляем в подготовленную форму, в тыкву. Заполняем форму не полностью. Творожок мягкий 150 граммов. Добавляю сюда чесночок, зелень и присолю. Хорошенечко помешаю. Полученный творожок отправляю в тыкву. Но повторюсь, заполняем тыкву не полностью. Готовую тыкву я уложила на деко. Можно запекать в горшочках, можно в любых формах. Ну и вот остался у нас творожок. Распределяю по поверхности. Закрываем крышечкой наши формы. Отправляю в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Готово наше блюдо. Вот какое. Ой, как пахнет. Блюдо готово. Жаркое в тыкве. Вкусное, ароматное и полезное. Кушайте на здоровье. И всем-всем желаю самого-самого доброго.